Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита Шипила. И сегодня я с вами поделюсь одной маленькой полезностью, которую я узнала буквально на днях. Мне ее очень не хватало, скажу вот честно. У меня стоит программа, которая скачивает мне видео из социальных сетей, с YouTube и так далее. Я думаю, у многих она стоит. Значит, дело обстоит в чем? В социальных сетях иногда попадаются видео, которые хочется скачать себе на компьютер. Так как у меня установлена программа, то, соответственно, под каждым видео у меня есть вот такая стрелочка. Я могу на нее нажать и выбрать подходящий мне формат видео и скачать. Но иногда попадаются видео, у которых нет такой ссылки. Это касается видео, которые трансляции. В социальные сети очень часто пользователи загружают трансляции, которые вот напрямую снимают на телефон. И у таких видео нет ссылки. То есть, видите, не удалось найти ссылку. Но я, допустим, очень хочу скачать это видео. И что надо делать, чтобы все-таки иметь такую возможность? Есть такая специальная программа, называется GetVideo. Ее надо загрузить себе на компьютер. То есть ее надо скачать, установить, загрузить на компьютер. И можно с помощью этой программы очень легко скачивать трансляции. Вот смотрите, как это происходит. Нужно просто открыть саму трансляцию. Значит, мы открываем это видео и прям по видео кликаем правой мышкой. Копируем ссылку на видео. И у нас уже установлена вот эта программа GetVideo. Мы ее открываем. У нас уже ссылка, смотрите, автоматически вставляется вот в это поле. И идет загрузка самого видео. Вот, мы видим, что видео подгрузилось, появилась кнопка «Скачать», и просто нажимаем на эту кнопку, и у нас пойдет загрузка. Все, загрузка пошла. После того, как видео будет загружено на компьютер, мы можем залить его себе на канал на YouTube и пользоваться, как говорится, для своего блага. Вот такая вот простая, оказывается, была и есть программка, называется GetVideo. Ссылку на эту программку я оставлю под этим видео. Посмотрите в описании. Установка совершенно простая, то есть скачать, установить. И там существует еще небольшой нюанс, который я вам сейчас расскажу. Вставляете ссылку в браузерную строку или просто по ней кликаете. У вас появляется вот такая страничка. Здесь нажимаете «Скачать бесплатно». Вот программка у нас скачалась. И мы кликаем «Открыть». У нас появляется вот такая стандартная вкладочка, как при скачивании любой программы. Мы кликаем кнопочку «Запустить». И вот тот нюанс, который я хотела вам показать, это здесь вот нужно убрать вот эту галочку «Полная установка» и поставить настройки параметров. То есть отсюда переключаем сюда. И нужно снять вот эти галочки все. Они абсолютно не нужны, потому что здесь идет дополнительные загрузки Яндекс.Браузера и так далее и тому подобное. То есть все вот это вот, что нам грузит систему, оно нам мешает. Поэтому, когда вы будете устанавливать эту программу, переключите на настройки параметров и просто снимите эти галочки. Кликните «Установить». Я установить не буду кликать, потому что она у меня уже есть на компьютере. А вы нажимаете «Установить». Все, программа у вас установилась. И в следующий раз, когда вам надо будет скачать какую-то трансляцию, вы просто находите нужную трансляцию, кликаете под трансляцией на название этого видео, нажимаете «Скопировать ссылку», и у вас эта программка автоматически вот так будет загружать эту ссылку сюда, и просто нажимаете кнопочку «Скачать». Все. На самом деле, оказывается, все достаточно просто. До нас уже все придумали, есть все нужные программы, просто мы о многих программах еще не знаем. Поэтому, если у вас есть свои какие-то полезности, обязательно делитесь в комментариях к этому видео. Если, допустим, вы что-то знаете такое, чего не знаем мы, я вам лично буду очень благодарна. Надеюсь, мое видео вам тоже пригодится. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, потому что я время от времени делюсь разными полезностями. Чтобы не пропустить их, жмите на колокольчик. С вами была сегодня Маргарита. Всем желаю добра, здоровья, радости и процветания. Всем пока!